Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardReset.info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A51. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на этом телефоне сбросить параметры приложений до настроек по умолчанию. То есть, смотрите, никакие данные с приложений удалены не будут, то есть с приложениями ничего не случится, но сбросятся именно настройки приложений. Если вы настраивали уведомления от приложений или какие-то еще параметры, и у вас теперь приложение, не знаю, плохо присылает уведомления, вообще не присылает, вылетает, еще какие-то проблемы с приложениями, то очень часто помогает именно сброс параметров приложений. Сброс происходит в настройках, поэтому мы заходим в настройки и в настройках ищем сам пункт приложения, найдя который, мы в правом верхнем углу должны нажать на три точечки. И видим пункт «Сбросить настройки». Нам говорят, что у нас будут сброшены все ограничения приложений, ограничения уведомлений приложений, все приложения по умолчанию, ограничения приложений на использование фоновых данных. Также все разрешения будут сброшены к стандартных настройкам, но данные самих приложений никак повреждены не будут. Я уже сегодня устал болтать. Нажимаем «Сброс», после чего ничего вроде бы не изменилось, но все настройки приложений были изменены, и теперь, возможно, вы смогли решить свою проблему. Больше видео об этом устройстве с его секретными фишками, тестами камеры и так дальше ищите у нас на канале, подписывайтесь, ставьте лайки, и всего хорошего. Пока!